Здравствуйте, на обзоре у нас перфоратор Дуалт. И не выпрыгивает. Состояние у него хорошее. Давайте теперь посмотрим зеркальный щёток. Щетки не сверкают, как видим, сработает в нормальном режиме. Так, теперь давайте проверим его на режиме. Так, сверление. Сверление с ударом. Просто удар. То есть смотрим, что все бьет. Реверс работает. Также смотрим реверс. Право. Выключаю его. Крутит влево. Перфоратор полностью исправлен. Работать будет на отлично. Спасибо за просмотр. Приятной покупки. Да, кейс у него утерян. К сожалению, он без кейса.